Так, делаем фундамент под летний душ. Летний душ будет у нас раздевалкой 1 на 2 метра. Что для этого надо? Брус 100 на 100. Рулетка, маркер. 6 уголков таких. Шуруповерт. И саморезы. Сейчас соберем и покажем. У нас помощники. Вот. Сначала делаем вот так заготовки. И скрепляем. Скрепляем только на желтые саморезы. Черные ломают. Собрали фундамент. Следующий этап. Будем собирать вот каркас. Сейчас выставим его сначала. Установили фундамент под летний душ. Все собрали, выровняли по уровню. Все стоит. А тут у нас в это время... Ух, красота какая там готовится. Забить колья от литровой. 4 штуки. Потому что будет летний душ высокий, 3 метра. Чтобы он никуда не делся. Брус у нас обработан на один слой. Сейчас мы его немножечко колернем и еще раз обработаем вот таким антисептиком Аквадекор, средство защитно-декоративное, тонирующий антисептик Сениш. Пока мы тут собираем душ, у нас поспела дыня в нашей супер теплице, очень вкусная, ароматная, и самое главное, вот она, плов с бараниной. Дыня очень ароматная, вот в этой нашей супер теплице получилось. Смотрите, сколько мяса там. Здесь мы собираем каркас. Сначала ложится задняя часть стенки такой трубой, потом не крепятся прогоны. Нижний прогон вот такой, с подпятниками вверх. Вот он, видите. И в нем еще отверстие для крепления. Не видно. Вот брусу. Там коробка 19. Такими крепятся саморезами в цвет. Каркас покрашен 80-17. Такой саморез 19, 5,5-19. Сначала вставляется дуга, вот так вот, которая крыша, и потом ставится уже рамка под сам бак душевой, потому что там надо, там саморезом крепится же и арка этими саморезами. Прогона поставили, ставим сверху рамку верхнюю. Сейчас будем ее прикручивать. Поставили рамку среднюю, проход. И раскрепляем. Душ у нас будет с раздевалкой. 2 метра длиной. Сейчас сделаем второй ряд.
Также ставится прогон на крышу. Даже на два самореза. Такой получается у нас каркас. Рамку верхнюю завершающую. Бери, Михан. Так, она вот такая рамка. И самый верх. Все, и наживуливаем по одному сорезу. Саморезу для начала. Каркас собрали, начинаем обшивать верхние лицевые части, обрезаем по дуге, так вот, и с другой стороны сейчас будем ставить, потом стены. Накрыли одну стену, сейчас заднюю, крышу в последнюю очередь накрываем. Потом перевернем другую стену, накроем. Останется такая крыша. Посередине, уже когда поставим стоим. Сейчас строим крышу. Для крыши нужен, соберем на этот душ, размер 2,90 длина и водить ширина. Отверстия все заранее просверлены. Сейчас все это раскрепляем. По порядку вам переворачиваем и кроем дальше. Крышу накрыли, перевернули в одну сторону, так как у нас разноцветный душ, это будет бронза. Вроде такие цветы. Собрали душ, сейчас его ставим, будем делать дверь. Проверяем все. Вот такой огромный у нас душ. Вон там самолетик летит. Сейчас происходит, установили душ. Крепим вот на такие саморезы. 5 на 60. Вот такой у нас бак 250 литров с подогревом. Установили клапан. Вот такой для перелива заполнения. Сейчас будем устанавливать. Собираем дверь. Включили обогрев, вода набирается. Временно поставили такую лейку. Сейчас будем сегодня проверять. Сейчас делаем короб под поддон душевой. Все, душ готов. Водички вам надо? Пожалуйста. Канализация. Цивилизация. Свет, пожалуйста. Свет, пожалуйста. Душ, пожалуйста. Нагрев душа, пожалуйста. Все.
все. Птичка закончилась. Видите, сама раз, побежала. И закрылась. Решил провести эксперимент. Купил вот такой напыляемый полиуретановый утеплитель. Но на пистолет не подошла вот такая насадочка. Это мы решили запенить душевой поддон, чтобы он не гремел, был теплым. В итоге у нас получилась вот такая перина. Сейчас ждем, когда засохнет. Будет теплый поддон у нас вот в этот летний душ. Смешно, не смешно, посмотрим в процессе эксплуатации. Опять мы сказали до свидания, но кое-что мы еще доделали. Заходим. Теперь у нас лежит здесь коврик. Обшили. Поддон. Еще добавили вешалок. Здесь, здесь. И фотографию видите, запенили полностью поддон. И он стал тише. Кипяточек. Красота. Душ испытали уже. Даже уже морковку моют. Морковки растут. Большую съели, маленькую оставили. Все, такое у нас. Еще пол прошлись на второй раз. Такой получился у нас супер душ. Всем пока. До новых встреч. Душ обкатал. Аж все вспотело. Вода горячая, светло. Литров даже 50 на себя выдел, уж 40. Так что вот, все работает, все красиво. Тут наша фазенда, которую мы потихоньку строим и благоустраиваем. Вот вам показали, как надо собирать и монтировать душ. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.